Что, чуваки, Гундос в эфире. Здорово, Дрэгон, здорово, Джек. Решил я заново апокалипсис начать. Там всего 20 минут стрима было, поэтому лучше, наверное, его слить, да и все. Там так пробный был. Надо было посмотреть, что за игра вообще. Так-с. Это все на выруб. Да не, да там два уровня, я хотел еще попытки пособирать, так что лучше пускай. Я быстренько там пробегу. Как дел? Ну, в целом неплохо, но я что-то приболел как-то странно. У меня что-то запахов нету. Гайморит, скорее всего. Наверное. Приключение 20 минут, туда и обратно. Туда и обратно. Долгое время здесь посмотрим, была что наука будет, моей чтобы понять религии, все же. Но теперь религия моя наука и мой меч. Не, не Овид. Ну я хз. Только один человек, мой старший ученик, а теперь мой заклятый. Не, вкус-то я рушит вкусы чувствую все. А вот. И знает, как я типа, пробудил запах от смерти в своих всадников. Себе моменту приносит. Смерть, ну, чума, нет. Война, дьявол. Четыре не болит, всадника вы. Апокалипсиса. Ну мне придется, поднимитесь. Наверное, сдавать его. Ну, блин. Мы должны уничтожить мир до того, ну, как он какой-то уничтожит нас. Ну, что-то как-то. По-любому скажешь, конечно, сдавать, но я сначала Клору скажу. Костей, чума. Протяни свои руки к ним и уничтожи их. Война! Брось их тело в огонь. Дьявол! Уходи в города, в прах и пепел. Вставайте, мои всадники. День страшного суда предстоит. Судья сказал. Кольный глух, капец. Что тогда, когда я его попробовал, прям интересно так. Оба. Вставай, пленник. Слушаться твое дело. 9982Б. Были задержаны Кинг Кичтрей, ученый и 12 человек. Сегодня я с тобой закончу. Тебя мама родная не узнает. Я приговорю их к смерти. Следующий. Тебе сегодня будут сниться кошмары. Угу. Такс. Давай, Брюси, Виллис. Крепкий орех. Надо, кстати, еще крепкого ореха пройти в трилогию. Не играл ни разу в нее, правда. Здорово, пчел. Пеймик, пеймик. Источит он тебя и будет пытать тебя, пока ты жив, чтоб насладиться твоим страхом. Привет, Калин. Воу, 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 все, все, началась жара. Так, не забываем про то, что здесь прыжок на R1. Как только начали, так это, ну... А, ну, тогда 20 минут стрима всего было, и я там игру пробовал, поэтому... Да и типа попыточки просрал там, штуки две, наверное. Лучше я первый уровень тут насобираю максимум, да и нормикс. Тик. Гайс, у меня есть к вам вопрос. Мы с Викой, короче, хотим запустить продажу мыла ручной работы, но у нас нет идей. Точнее, есть, но они какие-то печальные. Нет идей, короче, на концепцию, так скажем. Вот. Ну, то есть... Блин, я даже не знаю, как описать. Прекрасно, это мне подходит. Блин. Ну типа, мол, там делать мыло, которое. 9, 8, 4, 2, мол, типа запахи каких-нибудь, не знаю, главных героев там, допустим. Ну, типа любой там запах, например, мыло там с клубникой и чем-то таким, но как-то. Мол, визуально показано, что типа там мыло Человека-паука, я хер его знает. Ну, чем-нибудь такое. Только, ну, не конкретно, блин. Ай, блин. Как же так сдохнуть тупо? Какую-то идею, короче.
Не начинаем. Хотя бы, ну, какие-то предложения, чтобы вот просто даже рандомные. Просто чтобы их рассмотреть хотя бы. Что вообще хз, что-то. Что уже с этим мылом столько паримся, уже столько времени. Уже почти год прошел. Никак не можем придумать что-нибудь. Типа есть, ну, к примеру, там... Есть девчонка, узнаваемые образы используют. Ну, ну это видишь, оно типа, это заезженная тема такая. Ну, прям узнаваемые образы там. Потому что вот есть, например, девчонка, которая делает свечи. Ну, типа, не ректальные, а светильщиком там это. Ну, поставил себе свечу ароматизированную, она бахает там. И она делает так, что типа, вот я прочитал книгу, мол, хоббитов я там, например. И типа вот, хочу передать по ощущениям, типа, ароматом свечи, что типа вот хоббит свеча. Это как бы выглядит, звучит точнее не очень, конечно, но на самом деле, ну, идея прикольная, потому что он там говорит, типа, вот, прочитал Ведьмака, типа, передала аромат там, ну, ясен пень, что аромат не Геральт, а же ёпти там, ну, зато это, типа, интересно. Вот. И вот что-нибудь... Подобное бы намутить, но не с героями, может, а вот с чем-то, не знаю, типа, мол, музыки там или еще что-то, но просто музыка и прочее, что-то не такое очевидное, что ли. Вообще, любые предложения было бы вообще вот супер, прям буду благодарен. Чисто так... Минуток 5 на раздумье, и все. И больше трогать вас не буду, поэтому. Чтобы уж что. Пришли стрим посмотреть, а тут, блядь, думать, что с мылом. Правда, классно. Я поиграл в Crash Bandicoot, и думаю, этот запах поможет ему вернуть свою женщину. Ну, блин. Мы думали, типа, еще про. Можно же тему какую-то. Ну, то есть, это как варианты возможно. То есть, не всегда мыло делать на каких-то... Ну, типа, изначально дал там какую-нибудь тему по играм. Типа, и делаешь мыло, мол, этим мылом там, не знаю, Клауд мылся из Final Fantasy 7, там, что-нибудь такое. Ну, можно, типа, это совмещать, конечно, там, подобные идеи в дальнейшем. Но сейчас бы хотелось, типа, для старта какой-нибудь такой концепт выдать, что ли. Чтобы стартануть так. Типа то, что максимально всем понятно и было бы еще и привлекательным. Того. Ой-ой-ой. Какие запахи. Ну там, видишь, там не запахах дело. Типа... запахов много всяких разных. Там трав, цветов. Фруктов, ну, типа экологически чистое мыло, натуральное. Но главное, типа, знаешь, дать какой-то вот уникальный звук этому мылу, что ли, или что, вот как-то типа того. Есть тоже девчонка, которая делает конкретно мыло этих и связывает мыло, короче, с этими с писателями всякими. То есть там Пушкин, например, она, ну, мыло просто делает, там Пушкин, не знаю, лаванду какую-нибудь бахает и абрикос, ну, типа того. То есть по запахам ничего такого. Но ты как потребитель, типа такой, о, Пушкин, ёпта, я люблю Пушкина. Типа того. Что это за деревня, мол? Чувствую себя на природе после баньки. Ну, блин, мы эти варианты рассматривали. Это такие, знаешь, вот... Я не знаю, я предложил вот единственный вариант, который мне потом... Ну, я думал долго вот что-нибудь. Вика меня все спрашивает, думай, чё думай. Я не знаю, я хз вообще. Говорит, ну думай, что-нибудь, помоги. Я говорю, ну давай, типа, такую тему, что, мол... ну, все мы люди, и как бы... Все началось с древних людей, да, которые там... Охотились дубинками, бегали там, улуло и так далее... И типа вот оно, как-то, мол, используя наше мыло, мол, ты вот заебался, типа, бегать, мясо там ловить.
Используй мыло и будь человек. Того. Это вот единственный варик, что мне пришло в голову вообще. Здорово, Лео. Я вообще не знаю, ну просто мне не идет. Идеи какие-то есть, но это рыться надо, капец. И довольно трудно, потому что многое уже используется. А с мылом это как-то, ну, очень трудно завязать. Прикольные видели форматы там, типа, у мыловаров. Мол, короче, забавное мыло. Там прям с юмором так написано, типа, это мыло с запахом, типа, этого офисного планктона. Почувствуй себя в этом, в бизнес-центре с этими всеми проблемами и так далее. Неандертальцы после охоты, ну типа того, да, ну, ну видишь, это тоже на один кусок мыла, наверное, такие темы. Вот как бы выбрать такую тему, чтобы можно было сразу там какое-то количество, ну, разных запахов, сразу там штук, не знаю, 7, может быть, или 6, просто описать одной какой-то темой. Очень трудно. Взять типа какую-то тему определенную и ее подоить на там 7 запахов разных. Вам, кретины, надо типа взять кретины. Типа школу, допустим, да, вот и там 7 запахов мыла и описано как бы типа вот ты в школе там почувствуй этот запах, как ты бежишь в столовку, типа того. Тема разных временных рамок. Да там вообще без разницы, там рамки, не рамки, вообще. Главное, чтобы тема какая-то была более интересная там людям. Посмотрим. Это трудная тема, на самом деле. Ну, так не придумаешь, я поэтому как бы и спрашиваю, может у кого-то есть что-то такое. Как классно. Оригинальное. Чисто в голове как. Вон я недавно там, не знаю, что-нибудь делал и хоп, ну интересно было. Мыло можно так намутить. Уверен, что можно типа сделать мыло с футболистами там и так далее. Круто. Ну это возможно. Кому-то это тоже интересно. Я думаю, сейчас начнется. Вот это лучшая штука против мистера танка. Прекрасно. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я думаю, сейчас начнется. Такс. Есть. Справились. О, это что такое? А, это бомбочки он ставит, нифига. Даже не видел этого ранее. Так, все, первый уровень прошли. Тогда я две попытки просрал, кстати. Успех 94. Ничего себе. Как я это ненавижу. Капец, он недолго полетал на этом. Сообщение. Фига, они гранаты кидают еще? Вот это молодцы. Упыри, которые кидают гранат. Специально обученный упырь, кидающий гранат. Да, вот это сила. Вот это сила, а чё за сила? Ничего особенного же. Так, сейчас будем собирать тут попыточку. Там вообще полно всего, не только попытка. На самом-то деле. Бомба. Я думаю, супер ракеты. Ракета. Епс. Запоминание. Нифига себе, сразу. Наверное, с пулемета только постреляю. Пока еще каких-то жестких врагов я не вижу.
Так, тихо-тихо. Блин. Не то использовал. О, кстати говоря, огнемет. Привыкнуть бы к этому, к смене оружия на L2, оно типа меняется. И... я R2 с L2 путаю. Что-то здесь. А шоу использует мыло. Ну, тупо для меня. Здорово, Джош. Да хорошо, так приболел немного. Но так сойдет. Lord Shoulders. Так, человечество. Бабах. Ну-ка. Все, все сделал. Открывайте. Оп. Как классно. Как классно, когда энергии полно. Еп. Супер бомба. Уп. 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 Тырит. 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 Ой-ой-ой. Мышки-летушки. Мышки-летушки. Чик. Так, давай в эту сторону, наверное. Лорд шоу одобряет. Пахни как лорд, будь как лорд. Лорд. Друзья? Жесть. Наверное, нет. Да блин, а в смысле? Подожди, а как я должен был это понять? Давай в эту сторону пойду. Понял. Опа, смотри, попытка. Неплохо. Супер жизнь. Вот это надо так. Гачи мыло. Гачи мыло неплохо. Я вам покажу. Блин, если бы Twitch был максимально популярным вообще в России или вообще во всем мире, то можно было просто создавать мыло, обращая внимание на смайлики Твича и все. Капа мыло. Лул мыло. И так далее. Вообще не париться. Опаньки, ничего себе, смотри-ка. Оп. Это что такое? Что за место? С попыточкой это, смотри. Кайф. Ауч. Тут, по-моему, энергия была. Угу. Просто классно. Просто класс. Просто супер. Просто класс. Опа, я получаю урон, кстати. Если с высока прыгаю. Плохо. Блин, а там, походу, были эти попытки. Чай, напиток богов, ты правда офигенно отдыхаешь. Соглашусь насчет напитка богов. Ну, извини. Просто топ. Чаечек это топ. Он еще и лечит. Ни в коем случае не калечит. О, в смысле? А что началось-то? Что так больно было? За что так больно-то? Да лол. Прекращайте. Да охренеть. Там камни летят, ты даже не видишь. Они сверху просто. Я думаю, сейчас... Что так больно? Вот, 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 вот. Все, и сразу погнал. Давай в эту сторону попробуем. Ой-ой-ой, как тут все по-мясному. Ё...
Да охренеть, хватит. Все, 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 ребят, вы че? Вы че? Жесть. Наверное, потому что я разрушаю эти все штуки. Такс. О, а если вот это уничтожим? Вот эти две штуки, что будет? Опа, нифига. Лазер. Причем он мощный, капец. Случайно ли у меня вафли к нему есть? Найс, давай. Просто... Так, я просто не буду это разрушать, все. Жесть, жесть, все рушится, все ломается. Так. Так. Оп. Здорово, Ники. Спасибо. Так, аккуратненько. Аккуратненько все это обходим. Быстро. Опять что-то там летит. Камни, шары, ежи. Всего полно. Оба. Так, давай, давай, наверх сразу. Вот сюда вот. Оп. О! Отлично. Здесь ничего нет? Нифига. Ну, вроде урон не получаю. Вроде бы порядок. Да здесь ничего нет. Да что ж такое-то? Дайте уже что-нибудь. Человеку простому. Уи! Так, крокодильчик. Давай, Геннадий. Будь так добр. Опа, Томас. Ну, у меня еще такой есть, так что давай. Вылазай. О, неплохо. С лазера вообще топ. Ты играл Том Клэнси? Клэнси. Том Клэнси. Future Soldier. По-моему, нет. Не, не играл. Как классно. Потом Клэнси очень мало игр играл. От Тома Клэнси, точнее. Фига, он ускоряется еще? Ну все, вроде. Победа. Лол. Сохраняемся. Кооп, она очень офигенная. Да я в коопе-то, блин, не играю. Онлайн кооп. Все это что-то не играется у меня. Окей, в сингл игры прохожу. Надеюсь, что мое убежище в лаборатории еще никто не обнаружил. Сегодня в программе горячие новости. Вечером кошмарный ученый сбежал с места заключения. Он вооружен и очень опасен. Окей, план Б. Беги ради жизни. План Б, чуваки. Бежим ради жизни. Ух, испугался. Как классно. Ну, здрасте. Что началось-то? Ё-моё, Фэписа. Что с Фэписами? Мама родная. Жесть, что с городом вообще? О, машинку можно бахнуть.
по ней забраться, наверное, можно было. Нифига музяка какая-то началась. Крутая. Вам по звуку нормально там, кстати? Потанцуем, крошка? Крошки танцевать будут сейчас. Ох, ля, машины едут. Ё-моё. Цедом уничтожен. Жесть. Нифига, эту штуку можно было, походу, уничтожить даже. Много всего, что можно уничтожить. Опа, Валли. Друзья? Наверное, нет. Не друзья. Так, тут у нас что такое? О. Прекрасно, это мне подходит. Очередной лучемет. Да ё-моё. Не бахайте так. Ну не бейте. Что вообще оружия нет? Нема. Только одно какое-то. Огнемет. Жесть. Блин, со звуком какие-то проблемы еще. Нифига. Тут клипах каких-то чуваков запихали. Мощь. Так это же... System of Down, вроде. Чё со звуком? Правда классно горит. Ну да. Правда классно горит. Так, мне что-то плохо слышно. Правда классно горит. Аптечку бы. Было бы здорово. Не, вот это вот все. Потанцуем, крошка? Крошка будет танцевать сегодня? А, лол, я могу сюда пойти? Я, кстати, движок, который потом для Тонича использовали, серьезно? Ну да, на Версов же делали. Просто классно. А, да, еще же вот есть кувырок. Надо не забудь про него. По-любому пригодится. Ух ты, ёп! Здорово. Все, ГГшкин? Отлично. А, это? МЖ, здорово. Все? О! Халява! Я думаю, сейчас начнем. Ух ты! Что так думаю, блядь? Ой-ой-ой. Так, ну осталось теперь только этот танчик уничтожить. Все? Развалили. Ты, кстати, Nightmare Creature. Да-да-да, две части проходил. Ужаснейшая игра, на самом деле. Там тоже используют клипы на стендах. А-а-а. Вон он ушел. Вот прикольная штука, кстати. Как будто бы в реальной жизни бегаешь. Реализм. О, еще... Так, а если так сделаю? Круто. Да, серьезно, что ли? Огнемет? Да, нехило. Дамагует только в путь. Ай. Насколько долго я буду рубить его пулеметиком дефолтным? Ну, в принципе, так-то это. Нормикс. Вполне себе. Хотя танчик, возможно, маленький был. Малёхонький. Ой!
Такс. Этому The End. Этому тоже The End. Их, их. Блин, там большой батёк и маленький сыночек. Чёрт. Тихо. Чёрт, гранаты не так далеко летят. Ну блин, пулемет так-то неплохой дефолт. Вообще. Уносит даже их. Так, тут ничего не спрятано. Блин, последнюю гранату срал. Господь. Господь, Господь. Как классно. Видите, как классно, говорит. Ему нравится это все дело. Точно убийца-маньяк. Ох, лол, что происходит? Чёртовы эти вертолеты. Может, я могу? Всё-таки. Уничтожить немного. Нормас. Хочу уничтожить их. Уничтожается, походу. Здорово, Дромус. Дай плеер твича на ГГ, пожалуйста. Да блин. Я не знаю, как он там работает. Сорян. Сладкое или кислое? Брюс вылез. Куда-то вылез, ну. В атаку вылез. Просто классно. Просто классно. Запоминание. Ля, машины поехали. Ля, поехали. Че, ничего нет, что ли? Ну окей. Опа. Это какой-то элемент. Хорошо. Че хорошего? Жесть. Жесть какая, жесть. Все к черту. Мой автомобиль. Я думаю, сейчас начнется. Запомните меня. Запомним. Прекрасно, это мне подходит. Опа. Ля. Not bad. Огнемет там взял, ничего себе. Да жесть, да что такое, нельзя так делать, что за крепота? Блин, я надеюсь, только на этом уровне такие моменты странные. Угу. Ну явно не симулятор охотника. Динамика, динамика. Чуть того, чуть сего. Да, лол, серьезно, просто убили. Ну, то, что фишка перевода, это я понимаю. Здесь просто только на этом уровне корявость. Ранее просто не видел этого. Прекрасно, это мне подходит. Бульк. О, ничего себе, стены какие. Отголоски Спайдермена еще есть. Вот момент, когда ты от вертолета по стене бегаешь. Ну, лазишь. Там вот смена такая резкая. Классно. Почтение просто. Так, как мне сюда залезть, если я хочу? А, танк подъедет, все. Блин, чуваки, мне с вами вообще неудобно сейчас, если честно. Ты не можешь быстрее?
Во, нормально. А, нет, не танк. Есть подозрение, что мне вот так вот надо сделать. Оп. И нормикс. Да блин, задел опять. Что ж ты будешь делать-то, а? О! Черт! Как классно! Запоминание, ребят, значит. Значит, что? Значит, жесть. Там рушится где-то. Какой фистинг? Денис, здорово. Ёп. Ёп твою мать. Ай-яй-яй. Пожалуйста, не надо. Не. Да как? А как я должен был определить? Топач. Но мимо меня тоже пролетела она. Капец. Две попытки всего, надо собирать. О. Я думаю... Блин. Надо, короче, не бежать, сломя голову, наверное. Подождать, пока все упадет там. Да ё-моё, охренеть. А как здесь спалить-то, если все из-под ног прям? А, не, нормас, можно. Чуть-чуть триггеришь на краешек какой-нибудь. И все. Все хорошо получается. Так. Может быть, здесь что-нибудь есть? Нет, ничего тут нет. Ля, как все. Видали? Лава как течет. Что-то тут кислое у него. Ух. Я еще хочу... Вот, блин, помню, игру какую-то играли у кореша. Я не знаю... То ли это страйк какой-то на PS1, то ли что. Там типа вертолетиком летаешь, можно это. Коробки всякие цеплять там. Прикольная тема. Вот что-то, мне кажется, сейчас что-то жесткое будет. Что-то будет сейчас жесткое. Будет мясо. Армимен, аэрстрайк. Ну, аэротак, возможно, возможно, кстати. Вполне возможно. Бу-бум. Бомбочку. Так, ракеточки надо брать. Обязательно порядочки. А нельзя просто взять и уничтожить вот эту штуку? Нет? Можно? Вот же. Во, во-во-во. Красота. Только все, хватит меня палить уже. На PS1 много страйков было? Это же круто, весело. Задорно. Горд пройден. Ей. Очень хорошо. 91% даже. Такие ролики угарные. Музыка в лифтах. Это штурмовики из Star Wars, походу. Что это за хаос? Они, уверен, приближаются почти как привидения. Я знал, что ты вернешься ко мне, Трей. А? Я думал, ты мертв. А, да, я мертв. Забавно выглядит все это. Короче, босс смерть. Первый всадник апокалипсиса. А я думал, ты мертв. 4 попытки у меня, кстати, откуда-то. Лазер. Ну, кореш наш, типа, поддельный. Вот и все.
Я думаю, сейчас начнется. Ну, чуваки, он постоянно думает, что сейчас начнется, но что-то не начинается. Судя по всему. Ля зомбей в эту вид. Я думаю, сейчас начнется. Просто классно. Ой-ой-ой, тихо. О, там какую-то штуку можно бахнуть. Вот это вот. О, хэппелисы. Ну, игруха прикольная, мне вообще нравится. Тут управление прям задорно, удобное. Мне нравятся вообще игры, где типа направление стрельбы у тебя по, ну, типа правым стиком, например, или вот как тут на крестике-нолике. Так, ля, что-то нехорошее происходит сейчас. Что-то очень плохое. А все, можно атаковать, да? Покажу тебя. Вторая фаза, гайз. Увидимся внизу. Угу. Что-то я вообще ловлюсь лицом. Просто своим класс. Шоу-таймовским. Надо по уму делать, а не по говну. Просто классно. Можно же кувырочки делать вот так вот. Чик. Чик. Ну только правильно, если делать, естественно. Круто. Ну так вот видал, что могу. Круто. Еее. Да он сам как штурмовик стреляет. А, не. Да. Самая странная смерть босса вообще. О, он отключил этот проклятый реактор. Сейчас здесь все взлетит на воздух. Чуваки там сидели в подполье. Димон! Да. Пошел к черту. О, вот это правильный ответ. Отлично. И они взошли на небо на облаке. И смотрели на них враги их. Пошел к черту. Ту-ду-ду-ду. Тут после каждого четвертого уровня, видать, будет босс-файт с апокалипсисом. Я думаю, сейчас начнется. Ух. Ля как. Мне бы попыточки еще поискать дополнительно. Было бы очень хорошо. Да, на эмуляторе. К сожалению, моя плоечка не может читать дисочки, которые я пишу. С лазером, скорее всего, траблы какие-то. Решил не заморачиваться просто, потому что, блин, и покупать лазер. Менять его там, конечно, не трудно, но... Точнее, привод вместе с лазером. Уже так. И быстро качается, все, записывать ничего не надо. Сексапильный графон. Ну, блин, я старался его, наоборот, выкручивать в минимум, чтобы более похоже было. Видать, не получилось. По дефолту, видать, очень все красиво на эмуляторе. Воу, чел. Завязывай. Уничтожаем все, пожалуй. Может, что-нибудь выпадет. Ну, что такое? Если, типа, если все уничтожаешь, там... В некоторых местах попадают всякие плюшки. Эк.
Мудрость. Подпевает еще. Правда классно горит. Здрасте. Все разрушаем. Просто все. Оп. Чекпоинт. Ты еще хочешь? Дур-дур-дур-дур-дур. Кайф. А это что за штуки-то, кстати? Я по ним могу лазать? Ля как? Могу останавливаться еще. И настреливать понемножечку. Вот это фокусы. Ну и свиньи. Свиньи. Тикс. Супер бомба. Ля, все взрывается. Лучше здесь еще посмотреть, что им скипнул, может. Вроде нет. А вон там упала хрень. Она просто так не падает, если триггерится. Оп. Я думаю, сейчас начнется. Блин, ну супер лазер такая себе штука на самом деле. Что мне особо она нравится. Но зато тратится не быстро. Охренеть, сдох что ли? Ё-моё, даже не заметил. Понятно. Значит, надо быть внимательнее в таком случае. А если я здесь пойду? Ну тут покруче даже как-то. Бабэ. И с лазером это вообще кошмар. Да ё-моё, завязывайте, все. Круто. Вот так вот. Капец, что происходит? Тупой вертолет. Во. Текс. Блин, иногда реально проще дефолтом стрелять, ну потому что, блин, самое такое адекватное оружие. Маленькие пулички, ничего не светятся, не цепляется за врагов. О, еще клепец. С железки? Не, железки не играл. С железки только PS2 играл. Тупо перерывами музычку послушать. О, вытащи. Угу. И все, и сразу хватит. Ну, вот супер ракетки, найс, вообще штуки против этого всего дерьма. Просто классно. Не то слово. Прекрасно. Оп. Не подходит. Сейчас еще походим, что-нибудь поищем. Ну, вроде бы все. Там еще вон слева что-то. Все, блять. Мне показалось, там может что-то появиться. Да? Обнаружил что-то. Смерть нашел там. Что тоже тут неплохо. Штука такая. Умираешь, кайфуешь. В смысле? Тихо. Не стрелять ты в меня. Вот лазер вот этот вот. Вот это круто вообще. Самое, что и дефолтный пулемет, только сильнее тупо. Оп. Здрасте. Жесть. Все рушится. Все к ядрению в фене. Фэписы просто в кошмарах.
Так, а если я сюда пойду? К примеру. А, вон, что можно там получить. Там можно получить ракеточку, например. Я думаю, сейчас начнется. Очень здоровскую. Да и управление почти такое же на камеру. В Бонде? В каком? В каком это Бонде такое есть? Пусти его в распор. Все, ничего больше здесь нет. Кажись, а все. Ух, ух, ух. Видали, что вытворяет? Первый был целого мира мало. Я что-то в такой не играл даже. Или играл. А на PS1? Да твою мать, все, тихо, хватит. Че пугать-то? Крипота какая. А, вот черт, ну ты же сдох. Какого черта творишь? Да ё-моё, хватит сколько можно. Не первый уровень уже, кстати. Какое дерьмо. Главное, чтобы пореже это было. Хотя бы. Шобра, тихо. Лолс. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, что происходит? Тихо! Вы чё, черти, обнаглели, что ли? Ну-ка, супер ракету себе в лицо. Так, ничего здесь нет. О! Черти идут. Атакуют! Атакуют, атакуют, черти! Ох, ёпте. А, ты посмотри, а. Круто. Жесть. Фух. Упутал название, ну-ка. Воу, Ромс. О, не залезает что-то, ну-ка. Погоди-ка. А если вот так вот сделаю? Не, так не хочет тоже. Не пролезает. Error page написано. Не пролезай, дракон. И чего? Зачем сюда залез? Опаньки. А full HP дает это? Не дает. Пощупил первую часть Nightmare. Ну такое, там еще по дефолту сложность стоит. Что-то дальше. Я, по-моему, два Nightmare Creatures прошел на самом сложном и, ну, типа, думал, просто интересно, капец, как будет. Но я ошибался, там ужасное управление, ужасный таргет врагов, короче, это все там платформинг просто лютейший, ужасный, кошмарный. И еще ужасно доставляет, конечно, в плохом смысле, таймер, короче, ты должен постоянно убивать врагов. Иначе... Иначе усём. Иначе ты умрёшь. Как в Марио, короче, только... Ну, ты, естественно, в Марио не убиваешь. Увидимся внизу. Чтобы время у тебя... В общем, время есть, есть Ментос, это пиздос. Полнейший. А так... А так вижу. Tomorrow Never Dies. Так, ну я, наверное, играл в это. Этот первого лица... А, мой любимый это. От третьего. Ну, возможно. Я не помню, как там вообще по стрельбе. Казалось, крутая игра, но вторая получше. Там хотя бы ГГ крутой. Не, мне вот эта часть очень нравилась. Я прям любил там на лыжах ездить, этими палками дрюкать. Но он там коротенький вроде, ну, Димас говорил. Я просто мало не проходил его. Но мне казался сложной игрой. Ох, найс.
удалось избежать урона хотя бы. Я во все играл бонды чуть-чуть на PS1. Ну, типа, не то чтобы прям наигрывал, сидел, просто пробовал хотя бы. Мне удалось, типа, все части попробовать. И гоночку эту прикольную. Вот гоночка классная была. Я думаю, сейчас начнется. На машинках. Да, короткая, Джонни месяц назад, наверное, играл. Понял. Там уровни, не знаю. Штук 12, может. И все сразу видны в менюшечке. А мне на PS2 бонд один зашел. Побольный из последних. Трай уже с первого, но тоже нравилось. Жаль, диск спарашился. Гоночная. Ну, гоночка, да, надушная. Я помню, мы с корешем, у которого диск был, пытались пройти. Чё, О, лол. Папич просто топает. Блин. Чё я так злоханулся-то? Хотел просто в правую сторону пойти еще. Бы меня Холли. Какой Холли? Holy shit. Тикс. Тогда пойдем сразу вправо. В том случае, чтобы чекнуть, что там вообще. Я думаю, сейчас начнется. А лучемет прям до талого? Нет, как-то он очень странно работает. Лучемет тут. Гоу. Сижу перед монитором, как Гарри, ловлю мошек в виде снитча. Ну, найс. Неплохо. Жди его в распор. Поймай их все. Тренер покемонов. Там внизу какие-то платформы, вот. Блин. Хотелось бы, конечно. Полетал. Нормально. А, ну, в принципе. Блин, ну я все равно не вижу платформы с той стороны. Нет. Опробовать уже, наверное, все поздновато. Да у нас тоже что-то в последнее время много мошек летает. Я очень хз. Я предполагаю, у нас появились растения просто. Я оттуда. О! Послушали, блять. То есть вы рассчитывали, что игрок будет такой стоять. О, клип! И стоять, слушать его. Everything or nothing. А что, меня звали или не меня? А, ну, говорили пчел про то, что ты как-то говорил, что 007 Tomorrow, а этот самый, типа короткая игра на PS1. Вот, собственно, все. Вот таким образом звали. Видеоигра, ну-ка. Не, ну в эту я не играл уже. Какую-то на ПК еще играл, помню. Не, вот эту вообще не играл, нифига себе, она выглядит годно. Очень годно выглядит, красиво. Круто. Молодежно, чисто. Отходящий пчел периодически. Чек. Ля, сейчас будет. Ща будет мясо. Эту хрень все надо уничтожить для начала. А я урон получаю, если возле этих разрушаемых объектов стою. Что разрушаю, бегаю, даже понять не могу. Не, не получаю. Окей. Грэма. О! Здрасте. Ты меня не переносишь? Опа-на. Опа-на. Ты посмотри. Ты посмотри на это. Йо-йо-йо. Ничего себе. Благодать-то какая. Были Nightfire от первого лица, потом казино тоже от первого. И Blood Canyon уже от третьего, а не по фильмам. Угу. Я вообще не помню, правда, как поиграл на ПК. Да не все хороши, мне кажется. Надо Джеймс Бонда тоже тогда проходить. Правда, как правда. Игры. Мне вот фильмы, ну, как бы никогда желания не было фильмы смотреть про Джеймс Бонду.
Но вот игры смотреть, наверное, стоит. Чтобы знать как вообще, что там за идеи реализованы и прочее. Ну, наверное. Ну, это в школе было еще. Тут-тут-тут-тут. Огнемет, как у Робокопа. Ну, возможно. У нас тут запоминание, как бы. Так что все вообще здраво. Текс. Пошел. Пошел к черту. Пашки к черту, ребятушки. Все. Ух. Опа. Давай сюда. Нет. Не уничтожайте. А, тихо. Путаю кнопки. Подожди, Шаувич. Родной. Не путай кнопки. Только не сейчас. Просто классно. А, все, в экран летит. Дрен батон. Получили? Получили, что хотели. Вот так вот. Тихо. Еще и тут летят, и там летят. Ну, посмотри, что творит. ХПшки там были, а мне не нужны. У меня фул. А! Найс. Побеждено. Ёпта. Все в порядке, ребят. Все нормально. Все под контролем. Фух. Ой-ой-ой, сколько там всего, ребят. Еще я даже... Так. У меня желание пройти еще раз из России с любовью GoldenEye, который эксклюзив на Wii. Помню, по 5-му каналу крутили Бонда с самого первого. Тогда еще плохо. Антенна работала, и канал был черно-белый. В итоге я такой брал бутеры и палил. Кайфово, лампово. Когда бы только сесть. Это да. Время это важно, гайс. Бонд младший на Денди прикольно смотрелось в свое время. Точно пчел реквестили давно Бонда из Рашки с любовью. Офигеть, игр по Бонду, оказывается. Вам, кретины, надо соблюдать диету. Текс. Все? Прошарено. Капец, длинный уровень. Что-то кошмарно длинный. Ну, не надо, не начинай. Благо, это еще, типа, не длится как-то очень долго. Так что крипи моменты будут, к сожалению. Не мы такие. Перевод такой. Пойду возьму хпшки. Просто классно. Потому что это просто классно. А тут возьмем бомбочку. Сколько, интересно, бомб можно этих? Судя по интерфейсу, короче, по ходу там точечки, и они идут прям вообще в огромном количестве. Смотря какого. Там было их много. Тимоти Далтон, Пирс. А, это актеры. Актерчики. О, ля, смотрите. Босс, вертолет. Так, логи, я его убить, наверное, должен. А не просто убегать. А, ну вот здесь сделаем. Здесь и сделаем тогда. Как классно. Охнеть. Завязывай, чел. Да в смысле нет? Убьет сейчас. Ой, сейчас убьет, отвечаю. Убьет. Точно убьет. Круто. Блять. Ну, капец, ну посмотрите, сколько ХП осталось. Прекрасно, это не подходит.
Да камон, а? Просто прыгаешь, что ли? Просто классно. Я думаю, сейчас начнем. Ну да, походу. Я думаю, сейчас начнется. Угу. Я думаю, сейчас начнется. Просто тупо прыгать. Найс. Смотри, мультик. Зашибатый. Президент Соединенных Штатов. Мои американские соотечественники, мой долг сообщить обществу о грустном происшествии, что Робинс скончался. А Робинс же не умер. Складывалось впечатление, что он сидит у самого президента в кармане. Давайте не будем бездействовать до тех пор, пока виновник в его смерти не заплатит цену своей жизни. Аминь. Только моя Мэри могла быть такой сумасшедшей, чтобы скрыть клуб среди кладбища. Чего? Мать? Кладбище, ребят. Значит, ты выше подпишешь? Так, ну я, наверное, с этого постреляю. Ну давай, чё? Не хочешь так? А по этой штуке поберешься? Ну-ка. Опа. Так нормально тебе, да? Попробуй еще попади теперь. Да. Правда классно горит. Че горит? Че он там говорит? Вообще не слышу. Ух ты, ёп. Гранатами здорово закидываете. Не, ну это тупое оружие. Кошмарно тупое оружие. Опа. Бомбочки надо собирать. Блин, хп-хи бы. Пехи быстро разлетаются, что-то у меня. Опа, что там такое? Танцуем, крошка. Супер ракета. Да ёб твою мать, ну, блин, откуда? Там хпшка была. Ты меня не переносишь? Кто из них кидает в меня? Ага. Понятно, какие черти бросают гранаты. Но эти горят быстро. Черти. Их надо сразу рубить. Как только так сразу. Ой-ой-ой. Не обратил внимания. Хотите, чтобы обращал внимание постоянно, значит, да? Хорошо. Я думаю, сейчас начнется. Я постараюсь. Ага. Не надо мне тут такого. Все, вроде взял. Для чего это было сделано вообще? Собаки. Опа-па-па, псы. Псы цепные, ты посмотри. Что хочешь? Погоди, а хпшки я возьму, нормально так, будет? Классно. Нормально будет, все, все порядок. Опа. Ля. Ля как? Crash Bandicoot начинается. Вот так вот. Псы. Ой, тихо. Круто. Жесть, что-то застрял я, короче, там. Ой-ой-ой.
Да хватит. Прекрати. Отставить. Они повсюду. Кто они? Я пытаюсь разобраться. Ой-ой, крокодилусы. Крокодилусы. Бежим, бежим, бежим. Так, нет. Вот, вот этого чувака нам не надо сейчас. Успел. А, в смысле? Черт, нет, 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 нет. Да черт, тихо. Фух. Фух. Жесть. Так, псы еще. Давайте псов сейчас раскидаем, попробуем. Может быть, что-то найти еще здесь. О, тихо. Так, ладно, зря я сюда полез. О, тихо, тихо, тихо. Че ж ты? Че псов так много? Понапихали. Так. Едем. О, не. Опять черт начинается тут. С гранатами. Мистер гранатомет. Попыточку вижу. Ты меня не переносишь? Го, попробуем. Вот так вот. О, хорошо. Смотрю, еще один черт там умник. Так. Ага. Оп. Хорошо. Оп. Хорошо. Все здорово. Так, классно. Такс, зомби. Для чего вообще гробы уничтожать? Просто чтобы пройти вперед? Или что-то достать из них можно? Коту-ка ничего не упадает. Опять все взрывается, жесть какая. Оружие, кстати, тоже не упадает, нифига. Абсолютно что-то. О, псы. Ба-ба-ба-ба-ба-бах. Парарарам. Парарарам. Ну или хпшки дайте. Еще немножечко. Было бы неплохо. Увидимся внизу. Я ж не могу всю жизнь налегке тут бегать. Вот благо, реально, дефолтовое оружие не такое обсосное. Хорошее оружие. Танцуем, крошка. Так, с кем танцевать? Бульк. Так. Прием. Вас понял. Тихонечко жмем. Уничтожаем. То есть, когда зеленое жмем, правильно? Убиваем врагов и жмем. Текс. Во, еще сейчас должны черти прийти. Сладкое или кислое? Все, откроешь мне сегодня дверь, не? Там диско какое-то, короче. Клуб, точно. Клуб на кладбище же в натуре. Они повсюду. Не понял что-то. Зачем я закрыл? Мне же открывать, по сути, надо, правильно? А, я должен всегда зеленую кнопку жать. В любом случае. Давай, как короче, зеленое сразу жмем. Вот сейчас. Да в смысле, лол. Жму же ее. Отдай все наилучшее, малышка.
Видел бы меня Холли. А, они кнопку жмут, лол. Че, не обратил внимания-то. Все, тогда понятненько. Сладкое или кислое? Да блин, в смысле? Короче, я отойти надо еще, чтобы я кнопку не жал. Окей. Все. Я же жал, ну. Жмут только черти, кстати. Вот они. Зомби, походу, тупые и не могут. Ты еще хочешь? Не понимаю, что к чему. Да лол, камон. Еще быстрее появляться стали. Увидимся внизу. Есть. Соленые. Ну, он старался. Где-то текст надыбал. Чисто кореша объяснили, что к чему, и начал все это озвучивать. По-любому что-то реальное из музыки. Ля, что творится? Скажи ей, что я буду сейчас готов. Сердится ли она еще? Кингейдж, будь я проклята. Разве это не ты на шопере скрылся? Это был не шокер, а Хоппер Вик. Ты уже и раньше. Руки на стол, немедленно. Быстро уезжал. Но мы должны были исчезнуть. Я по тебе очень скучала. Мне до сих пор очень жалко, когда я о тебе думаю. О, малыш, дрить. О, черт, нет! Черт, она еще сердится. Чуваки. Это чума. Черт, спидорак. Невозможно. Йоу! Так, понял. Понял. Под музяку. Она сердечками стреляет. Форма сердечка. Бим. Прикольная музыка. Так, что с шаром делать? Понятно, ничего. Получать в голову от шара только. Ух, блядь, тихо. Ёб твою мать, да, наверное, лучше... А, там стоять. Уже не постоишь там. Понял. Давай один на один. Так, чума, сопли пошли. Хватит с меня соплей. Как будто вертолет, короче, звучит от выстрелов. Хоть под клип рубимся, ну да. На Garbage похоже. Garbage не слушал. Или, может, слушал, но просто очень слышал, но не в курсах было еще, что за группа. Нормальный боссфайт был. Подобного еще никогда не встречал. Мы имплантировали его с первой попытки. Чего? Это рука была с оружием? Warfighters. Это почтальон принес почту. Пришел твой последний момент. Постой, Рейфер. Война всегда продается. Почти работает на президента Соединенных Штатов. Вот дерьмо. Бежит к фабрике. Я ничего не понял, что сейчас произошло. Что это за лысый черт там был? И какого вообще фига? Причем тут США и президент? Вообще непонятно. Чувак что смог, то и перевел вообще. Коридорчики.
Пиу-пиу, да, это вот главное на самом деле. И хорошо, что оно здесь выполнено еще на ура. Мне нравки. Игра бомбезна. Хорошо, что мне ее посоветовали. Так, тихо. Вот это вот не надо. Все. Да в смысле? Почему так быстро? Вау! Вау! По-моему, реверси. Или пчел даже тоже. Ну, реверс я точно помню, говорил про апокалипсис. Ать. Они повсюду. А, он с той стороны быстро улетает, я понял. А тут где? Да, везде одинаковый уровень. Лед, посмотри. Да блин, я прыжок хотел нажать. Что началось? Лучемет. Что это, Футурама? Что за трубы? Так, классно. Куда вы прилетаете? Ребятушки. Как-то собраться сесть за Ракенгард. Так это... Берешь и делаешь. Все очень просто. А если не садишься, значит не сильно хочешь. Видишь, в чем дело. Кстати, кибулки давно не видно было. Ну, он, может, ник поменял. Кибулки. Булки-пейки. Правда, классно горит. Оп. Здрасте. Давайте встаньте на... Охренеть! Надо было взорвать. Видел бы меня Холли. Правда классно. Круто. Пойдет. Как классно. Нежелательно, конечно, так юзать. Бомбочки эти. Прекрасно. По-любому... В дальнейшем пригодятся бомбы. Не очень-то и хочется. Там еще GTA на PS2. Ну вот, видишь. Все зависит от хотелочки. Просто классно. Вот как прям уже захочется сильно-сильно, так. Так и сядешь. Сейчас пока подожди немножко. Супер бомбочка. Оп. Оп. Платформинг. Увидимся внизу. Фикс. Ну, камеры хоть грамотно расставлены в таких моментах. Едем, едем, едем. Да, камера в играх это, конечно, очень, блин, важный элемент вообще. Вот в детстве, помню, этого не понимал совсем. То есть все, как их, туториалы по камерам я все скипал. Мне это было неинтересно. Хотя, на самом-то деле, это очень важный аспект. Едем. Во. Да. О! Не, черт. Идите нафиг. Тут как-то не очень удобно. Что делать? Я думаю, сейчас начнется. Не-не, надо кувыркаться, наверное. Просто классно. Да в смысле, блин? О, боги. Тупое оружие, нельзя его использовать. Нельзя использовать это оружие, абсолютно.
Потому что оно что? Тупое, правильно. Оно тупое. Максимально. Даже пулемет быстрее херачит, чем вот это вот все. Блин. Еще бы кувырок резист давал, чтобы его использовать. Ого. Ого-го-го-го. Ага. Ну, нормас. Ой, тихо, тихо, чё-чё-чё-то я поторопился куда-то. Ну, поехали. Сайрекс? Что за звук? Уня-уня-уня-уня-уня. О них позаботится Господь. Ой, тихо-тихо-тихо. Оп. Я думаю, сейчас начнется. Ну, с этого кала я стрелять точно не буду. Да, блин. Капец, неудобно оружие менять. То есть, ну, его много, и ты на L2 это меняешь, все, и выбрать-то толком не можешь, что, из чего тебе стрелять-то вообще. Ну, тут реально звук такой. Когда он, например, захватывает, там такой звук. Вон, слышишь? Точно вон. Пол. Я думаю, сейчас начнем. Все, выбираем нормальное оружие. Да твою мать, все словил. Охренеть. Что-то жесткий момент, блин. Просто реально трудно уворачиваться на платформе. Еще этот черт там катается. Бомбу заюзать, что ли, там, да и все, не париться. Бомба, к тому же, не зря здесь валяется. Фекс. Блин, хочу Mortal Kombat'ами как-то заняться. Опроходить. Я думаю, сейчас начнется. О, нормально. Получилось же. Ну, урон какой-то получил, конечно. Спрыгать он еще. По-тупому. Все, давайте уже жизни мне дайте. Умоляю. Капец, как резко поворачивается и стреляет. Ну ладно, хотя бы чекпоинт. Тут уже я без попыток почти. Помрешь все проходить? Ну почему? Нет, не так много. Просто условия поставить какое-нибудь для себя. Ну чисто, там не знаю, пройти за одного лишь персонажа или там за трех, например. Ну там не знаю, что, блин, шауканист и последние там битвы, это жесть будет. Ну так вот, чисто если сесть за них. Заняться там, поизучать. Приемчики всякие получить там. Прикольно. Потому что я, ну, так если подумать, тупо скипнул Mortal Kombat. То есть, все, что было, это трилогия, четвертый мортяшник на ПК. Что там еще-то было у меня? Охренеть, ну нельзя так близко ставить. Да, твою мать, нажал же прыжок. Такой платформинг, конечно. Там как минимум 20 частей. Ну ничего, по тихой грусти. Или платформы взять. Ну типа просто проходить сначала на таких платформах, потом на таких. Что-то типа того. Не знаю, в общем, это чисто на будущее. Я еще пока не уверен. Придумаю что-нибудь здоровское. Первый хочется мортяшник прям засесть.
чтобы понять его вообще. Что теперь сами всеми в плане сюжетные. Сюжетные побегушки. Ты имеешь в виду, типа, проходить МКшник именно сюжетом, как бы, там за всех? Ой. Ой-ой-ой. Не смей. Не смей. Так, запоминание, нормас. Тихо. Все по бырику делается. Ой, блин, да серьезно? Твою мать, я уже много раз умираю. Платформы маленькие. Много раз уже сдох. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Че, ничего, потихонечку, потихонечку. Потихонечку это все делаем. Тихо. Тут они ударить не должны меня. Я думаю, сейчас начнется. Поехали. Ну вот как? Как тут быть? Вы чё? Я думаю, сейчас. Чуваки. Круто. Круто. Ну, если бомбы разбросаны, то, наверное, типа, удобнее ими все-таки здесь пользоваться. Жесткий уровень, капец. Так, сверху или внизу? Сверху. Ну, а сейчас куда я лечу? Запоминание. Прекрасно. Охля. Блин, роботы жесткие. Однако. И тут, и сям, ты посмотри. И чё с камерой? Мне вниз или чё? Да, наверное, вниз. Прям здесь сдох. Охренеть. Ну, блин, в одну комнату так пихать их. Что-то жестко. Идет сверху. Я вам покажу. Да, вас столько. Чё, черти, творите? Так. Едем дальше. А, ни хрена. Ни хрена не дальше, едем. Жесть. Все нормально вроде было. Чё началось? О, жесть, фух. Чуть не сикнул. А еще босс-файт. Хотя, не во всех уровнях босс-файт был. Ё-моё, куда-то очень высоко поднимаемся. Эксит, ей. Да, просто уровень. Но попытки, видать, кстати, каждый уровень появляются по 4, если у тебя не более 4. Тренировка вестибулярки, ну. Ты думал, все так просто? Ты не уйдешь.
Карабум! Оба! Я слышу еще одного всадника. Похоже, это война. Благодарю Господа, что он создал мои пальцы. Умри, несчастный. Ну, уже третий. Всадник апокалипсиса. Война, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Лё. Да, тут реально сблёвку можно получить. Оля, уничтожил. Давай, военный. Вот этим тебя потрясу немножко. Угу. Опа, нифига себе. Самурай. Самурай. Wake up, самурай. Лоу. В смысле, а что ты меня дамажишь? За шо? Да за шо? Да за шо, погоди. Как ты мне предлагаешь вообще топать отсюда? А? О, стрелочки даже показаны. Предусмотрительно. Ну бери, бери, бери. О, боги. Ну ты что не берешь? Сколько у меня попыток? Ну-ка. Ну всегда 4 с началом каждого уровня. Ну тогда вообще прекрасно. Ага, понял, как уклоняться. Так, все, да, злой уже. Уже злой. Ты посмотри, уже злой. Что злиться-то? О. Ну что это тебе может? На, ёп. Бэм. Бэм. Ой, зря это сделал. Ой, зря. Ой-ой-ой. Короче, надо этот. Война прикольно убивается. Ну да, здесь классный, побегать можно. Сейчас, там надо бойщики рядом с ним. Я думал, они, типа, вообще посрать. В каком месте ты это все делаешь? Я накажу тебя. Че, у пчелы сегодня коопчик будет? Чисто уникальный стрим сегодня будет. Я такого ранее не видел. Ой, 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 ой. Ой, тихо. Все, давай, поехали. О, там гильзы падают от нашего пулемета, кстати. Только сейчас обратил внимание. Ну, что это тебе нужно? Баба. 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 Бэм. Ого. Угу. Перед войной. Я думаю, сейчас начнется. Твою мать, он лазер взял, черт. Я не, блин. Я думал, у меня ракетки опять. Я же взял лазер. Вот это я глупец. Я накажу тебя. Чё смешного? Ничего смешного. Бывает. Бывает в жизни огорчение.
Лол. Давай, показывай, что ты там умеешь. Ага. Угу. Бывает в жизни шоу-тайм. Бывает. Время шоу бывает. Ну, что это тебе может? Ой-ой-ой-ой. Тут ракеты по-любому нужны по бырику, чтобы бахать. Не сразу. Вот, с ракет, все. Главное не забыть. Иди сюда, родной. Ого. У меня и так этот лазер есть, я его не буду брать. О, блядь. Пиздец. А. Нормас. Я думаю, сейчас начнется. Я тоже так думаю, чел. Я думаю, сейчас начнется. Все так думают. Я думаю, сейчас начнется. Ну, чел, ну когда ты берешь ракету, блять, что начнется? Взрывы? А, ну да. Намек же. Show must go on. Damn. Ну, блять, а куда идти-то? Просто на месте стоять, что ли? Короче, понятно, не на месте стоять, это я изначально должен был в него стрелять ракетами. Они, видишь, там разложены так, чтоб я в самом начале прям начал по нему шмалять. А там уже все, типа он догоняет, до свидания. Ну, я что-то не подумал, я думал, там ракеточка лежит, да и все, и побегу дальше. Допрыгаю я потом. Здорово, Петр Сянчик. Все должно быть, как бы... Все должно быть. С недавних пор понял, что меня тогда атаковало после этих ракет. Давай, давай. С кем ты болтаешь? Я сам с собой. С чатом. Это же это стримерская штука. Лол. Ну взрыв, конечно, вообще просто рвет динамик. Бэ-бэ. Бэм. Главное не скипать. А, голос, голос мужской. Так это озвучка. Прям как о жизни, да, голос? Качественные переводы. Шоу-тайм — это только качественные переводы. Ой, фэписы еще так проседают. И тут ты такой думаешь: о нет, мне конец. О, черт, что же я сделал не так? Какой кошмар. Но нет, все нормально. Тут ты начинаешь стрелять, собирая ракеты. На, видали? О, какой ужас! Как же его трясет, бедного. Еще один всадник. Катрин не было. Остается всегда. Я стану президентом Соединенных Штатов. Быстро в Белый дом. Быстро в Белый дом. То есть, все-таки там с президентом что-то, да? Я стану президентом. А, это, наверное, самый злой товарищ решил вселиться в мистера президента и уничтожить, захватить власть, естественно. Как же без этого? Главный мотив злодеев-то.
А уровень такой, как будто я в армию мэн играю сейчас. Игра престолов. Ну и все в этом духе. Турельчики уничтожаем, что? С прошлого уровня еще ракетки остались. Тихо. Ну что там происходит, давай. Завязывай. О. Завязали на майке рукава. Во-во-во-во-во. Сейчас будет. Во. Во, гранатки летят. Че, секретиков-то нет тут, что ли? Развалить чертей на раз-два. Ну, открывайте двери. Просто классно. Псы поперли. Блин. Похоже на какие-то финальные уровни, что ли. Всех врагов сразу запихали. Так. Они повсюду. Кто? Турели вообще предназначены для чего тут? Они же вообще не стреляют даже. Нет, хорошо, конечно. Но запоминание. Я думаю, сейчас начнется. На время выпуска игры там был Буш младший у руля. Да? Лол. Решили как-то это. Типа ближе к чему-то реальному еще дополнительно. Блин, чуваки, я что-то с гранатой. Давайте поменяем оружие. Спасибо. Как классно. Классно не то слово, давай гранатки возьмем. Прекрасно. Блять. Фейла не будет, да? Гоночки. В стиме он раздает хз навсегда или нет? Streets of Камручо, пиксельный кроссовер Street of Rage 2 с Якудзой, лол. Антон, знаешь, что эта игра мне напоминает? Капитан Квазар на Panasonic 3D играл в такую? Не, я даже не слышал про такую. Я думаю, сейчас начнется. Ну, типа, шутанчик аркадный просто. Контра в 3D. Контра. 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 С платформингом. Таким. Я думаю, сейчас начнется. Давай, давай. Как да классно. Твою мать, камера. Ай, блядь. И Зузи. Прекрасно, это не подходит. КЗ насчет Фелани, кстати, насколько она долгая там и насколько сложная гонка будет. Просто разнообразить надо жанры. Будет гоночка. Поездим, посмотрим там. Причем она такая необычная. Вроде бы как. Так. Да хватит. Завязывай. Да лол. Ну твою мать, ну. Эй. Что-то все какое-то обсосное, кошмарное. Из-за оружия. Прекрасно, это мне подходит. С пулеметом лучше, наверное. Не думаю, что сложнее. Не, ну там не такая гонка, она не дерби-гонка вроде как. Там что-то на время ездить, короче, типа Crazy Taxi, что ли. Уже не помню совсем. Я думаю, сейчас начнется. Просто видим. Классно. Интересно будет посмотреть. А, лол, завязывай. И сразу уничтожил, лол. С дефолтового. С дефолтового просто пулемета уничтожил. Так. Ну, свиньи. Ой, тихо.
Пулемет здесь просто шикарен. Попытку еще можно взять там. Как-то. О, нормас. Так. О, тихо-тихо-тихо. Тихо. Мне бы как-то вниз упасть. Как бы так, чтобы... Во. Вот так вот, ага. Во. Так, тихо. Так. Оба. Супер жизнь. Хорошая игра. Ну, нормальная. Апокалипсис. Не то, что нормальная, хорошая, да. В библиотеке повисло. Ну-ка. А, вот такая, лол. Хе. Не знаю. Я стараюсь еще не добавлять библиотеки даже бесплатные. Ну, потому что смысл просто. Никогда тупо не включу ни то, ни другое. Вон Соника недавно раздавали. Второго, по-моему, или третьего. Бесплатно. Ну, забрал, а смысл? Играть точно не буду в него. А, лул. Погоди. Да пиздец. Так можно удалить удалить всегда. Да, а смысл брать тогда? Я не беру, блин. Это мне подходит. Короче, я в Steam все равно мало игр играю, вообще нет смысла. Не слежу. Потом, возможно, буду жалеть, конечно, что типа не взял раньше времени. Если вдруг захочу поиграть. Просто классно. Эти. Придется заново здесь пробегать. Ну, жесткий Белый дом. Пиздец. Серьезно, что ли? Наверное, лучше заново уровень начать. Чем с нулем бегать. Прекрасно, это мне подходит. Хотя ладно. Попробуем. Всегда все так плохо. Просто классно. Угу, понятно. Тогда понятно, конечно. Первый раз конец игры, на самом деле. Да согласен, у меня тоже там много библиотеки всякого набрал по скидкам и прочим. Сорян за звук. Когда играть в это все очень неизвестно. Видел бы меня, Холли. Какие требования с Intel Core 2 Duo. Дань уважения. Как классно. Так. Такс. Ой-ой-ой. Еще хочешь? Блин. Блин, еще кто-то сзади настреливает. Зараза. Да завязывай. Откуда вообще, блин, вертолет? Тогда не было вертолета. Что за бред? Давай, давай, давай сюда. О, быстренько так чик-чик-чик гранатками раскидал. Сейчас быстро пройдем. Ну, бля, как же бесит этот звук. Написано же было, нормальная озвучка. Чё не так-то? Ну, не спидрунер точно, блин, тот момент такой кривой, потому что платформы капец тоненькие. Кошмарно. О, здрасте. Че, псы все? Заглохли? Псы заглохли. Потанцуем, крошка. Потанцуем, крошка. Все так любили танцы в то время.
Все танцуют. Так, вот этот момент. Красный. Давайте тут побегаем. Как-нибудь грамотно. Куда побежал? Просто классно. Чего? Чего? Да блин, нормально же все было. Ну ты чувак, ну чё, блин, за приколы? Ты уже забирался наверх. Блин, какое тупое кривое место, кошмар. Блин, с каждым уровнем, чем дальше, тем тоньше платформы и как-то более криво расположен. Что вообще за бред? Пускай взорвет, короче, скорее всего, из-за вот этого дерьма. Ну, он забирался, все нормально было. Блин. Можно урона не получать на самом увидимся деле. Внизу. Бейдж? Yes. О них позаботиться. Так, Господь. Скользнул что ли? Да нет, это просто тупизма была. Сказал просто классно и прилег, чего непонятно. На чили пацан просто, поэтому у него все так хорошо идет. Так, ну нам с вами наверх сейчас надо будет. Я за попыткой не попрусь, нахер надо. Вторно проходить эти круги ада. Лучше нет, чем да. Хань сюда. О, наконец-то. Классно. Наконец-то мы где-то уже. Так, это что? Это что? Это кто? Где? Дух. Оба. Снес даже. Вертолетик. О. Нормас. Вниз, да? Все понял. Не дурак. Запоминание. Уи. Меня запомнили тут. Жесть. Так, это что, инферно типы? Неплохо. Дух. Жесть. Тупо по белому дому. Вот где ты еще по белому дому побегаешь? А ты должен умирать сразу. Ты же там вообще изи вертолет. Баба. Видал? Лучше я так сделаю. Здрасте. Что тут дальше? Ох, нифига себе, какие быстрые снаряды. Ого, стул взрывается, жесть. Со взрывчаткой, что ли? Ля. Напоминаю, что у нас еще один всадник апокалипсиса и какой-то, блядь, какой-то крутой мистер. А, тихо. Не шмаляйте. Они даже, блин, они просто танцуют. О, ля, ракета. Я лучше ставлю ракету на вертолет. Вот. Круто. Угу. Блин, хп мало. Тут что-то как-то хп не дают. Совсем. Дальше еще платформы, блин, бешеные. Фописы еще в кошмарном состоянии. Вот так вот сделаем. Так. Ой-ой-ой-ой.
Ё-моё. Шары. А вот и шары. Собственно. Ой-ой-ой, тихо. Сюда пойдем. Так, лазеры не юзаем. А что я должен делать сейчас? Погоди-ка. Завязывайте. Шары я даже не вижу. Я даже не вижу. Эй. Дичь какая-то. Подъем. Так, ну эти черти с этого нормально вывариваются. Ух. Жесть. Что тут дальше, ребят? Дошли до президента. Видать, ложного. Но боялся страшно. Вы здесь вместе с туристической группой. Но немножко заблудились. Тогда разрешите мне вам помочь. Но. А, это же сам дьявол. Фильм страшный, вас наступил. Не мудри мне мозги, сейчас твоя очередь. Дьявол. Тин-тин-тин-тин. Зверь. И поклонилась зверю, говоря, кто подобен зверю всему и кто может сразиться с ним. Это я. Так. А я могу вот так вот? Могу? Черт. Ну, фаза там, конечно, еще одна будет. Огромная какая-нибудь. А твою мать. Ну да, вот. О! Растет. Ля, как вырос паренек. Ракетки валяются. Я думаю, сейчас начнется. Ну, что-то как-то он мне даже не достает, на самом деле. Угу. Сейчас будет расти и расти. Я думаю, сейчас начнется. Но топотун начинается. Лазеры, ой, это не дает даже. Совсем мне. Прекрасно, что мне подходит. Я думаю, сейчас начнется. Блин, их еле видно вообще. Эти волны топов. Еле видно. Ой-ой-ой, фэписы. Что делаете-то, ёб твою мать. Охренеть. Круто. Зря. Красный. Не нормас. Еще раз? Ё-моё, нифига себе у него фазы. Много. Что-то прям совсем много. И аптечек не дают. Всем не дают. Ой-ой-ой. Ой. Мне же от них надо прыгать? Да, надо, надо. Естественно, надо. Круто. Блять. Ну это жесть. Когда FPS. Ой, с самого начала. Жесть. О, ну окей, я. А, начинаю понимать. Он очень быстро стреляет с той стороны и медленно вот с этой. Да, блядь. Да. Камон. Вот, все, хватит. Давай, расти.
Вот эта фаза изи. Я думаю, сейчас начнется. А, че я стреляю тут? Вот сейчас. Давай сейчас. Сколько у него фаз, интересно? Ну это вроде и урон наносит небольшой на самом деле. Это вот вся движуха. С тем, что он напрыгивает тут. Да. Пеппис вообще в кошмарном состоянии. Я думаю, сейчас начнется. Вообще жесть. Там же трудно ориентироваться, когда вот. Я думаю, сейчас вот начнется. Это вот все, короче. Жесть, блядь. Так. Ну все, сейчас будет. Они еще только когда близко, короче, снаряды. Опа, нормально. Опа, блядь. Я думаю, сейчас начнется. Черт. Трудно выбегать вот отсюда, короче. А, так. Короче, сразу как я с центра на центр. И пчел ложил уже. Круто. Надо будет зайти посмотреть. Это утверждение или нет? Если утверждение, то хорошо. Когда закончим, к пчелу пойдем. Блять. Из центра надо не стрелять по нему, надо побежать сразу. Все будет хорошо. Так. Сейчас начнется прыгучка. Прекрасно, это мне подходит. Ну, неплохое оружие, кстати, сейчас против него. Очень даже неплохое. Хотя на протяжении всей игры было калом. Здоровый мит. Да у меня их 4. Я ставлю на другую фазу. Я думаю, сейчас начнется. Да, боже. Что ж так-то? Круто. Вот так вот сделаем. Пускай он, короче, прыгает тут. Растет. Малый. Когда прыгать будет, я на центр и побегу резко оттуда. Я думаю, сейчас начнется. Так, все. Бежать теперь надо отсюда. Вот так вот. Оп. Оп. О, тихо. Прекрасно. Не подходит. Круто. Тихо. Я думаю, сейчас начнется.
Ой, черт, хотел направо прыгнуть. Сейчас прыгать сюда тогда. Я думаю, сейчас начнется. О! Блять. Еще не все. Круто! Круто! Ух ты, ёпте! Круто! Пиздец. Блин, ну он очень резко использует лазер. Пец. Там оставалось чуть-чуть. Лазер просто максимально резко используется. Я даже не успеваю, типа, отойти куда-нибудь. Ну а что это? Максимально быстро. Ничего. Там страта найдена. Когда начинает топотать, там уже просто на другие платформы прыгать, к центру лучше не пихаться. Прекрасно, это мне подходит. Расти, растишка. Потом завязывай. Все. Хватит. Я думаю, сейчас начнется. О, боже. Ну, этот босс-файт, конечно, посильнее. Посерьезнее уже, чем все остальное было. Чума самая обсосная была, ну то есть изёвая. Я думаю, сейчас начнется. Это прям серьезный тип. Прыгать приходится часто. Я думаю, сейчас начнется. Давай, расти. Расти, дорогой, расти. Так, вот сюда будем прыгать. Оба. Нормас. Шуруку. Подожди. Шуруку. А там царапина была. Не залечилась царапина, бля. А ты ее уже чешешь. Круто. Блин, направо. Вот так вот. Я думаю, сейчас начнется. Блин, даже промахиваюсь по нему. В ноги же стреляю. Знаете? Прекрасно. Только если прыгать. Так, все, эта фаза закончена. Я думаю, сейчас начнется. А, началась следующая. Сейчас начнется. А, ну начинать-то можно с этой стороны и все. Типа, изи. Круто. Окей. Так он сейчас будет настреливать тогда почаще, если. Круто. О! Да. Справились. Че, 100 лет будешь умирать там? Ладно, он уменьшается. Оля. Что это такое? Это же вот этот тип из интро-ролика. Знаешь ли ты, что вдоль ты ночных дорог шла босиком, сам, не жалея ног. Увидимся в аду.
В какой-то момент я подумал, что мне конец. Добро пожаловать в рай. Это, наверное, плохая концовка. Мне кажется, чтобы нормальную концовку получить, если такая имеется, то надо типа на 100% пройти все уровни. Возможно. Но игра прикольная. Сейчас посмотрю, просто убедиться. Апокалипсис. Гуд. Ну, наверное. Гуд. Энд. Сейчас посмотрю. Эндинг, ну-ка. Или это типа намек на продолжение, которого типа. Нет, ну конец, типа. Эндинг у кого-то такой же. Final boss плюс эндинг. Все катсцены. Но это, возможно, специально сделали. Знаешь, что такое бывает, делают? Типа, мол, намеки какие-нибудь на продолжение или просто... Ну, просто впихнули, что это зло, я хз. Ну, хотя это Neversoft, они, типа, любят вот эти всякие секретики и прочее, наверное, все-таки. Чтобы получить. Кто его знает. Ну, ладно. В общем-то, прикольная игруха. Недолго проходилась. Так, чисто побегать, пострелять очень даже. Кривые моменты были, но, блин, их так мало, что... Может быть, даже это из эмулятора проблемы были. Хрен с ним. Хорошая игруха для игры в самый раз. А мы пойдем, наверное, к пчелу тогда. Ну, на чили. Ну, сложные моменты были, ну да, по сути. Там игра все делает для того, чтобы ты особо не парился. Прошел и быстренько, да и все. Вот. Ну, следующее у нас что? Фелони? Да, вам спасибо, ребят, что зашли. Дальше у нас Фелони. После Фелони Ape Escape и Планета Обезьян. Крайняя. Фу, хороший списочек такой вышел. Прям вообще бомбежный. Начали с первого Реймана, который был просто дичайше адски фаршированным, блять, с которого просто хотелось просто, не знаю, ну просто невероятно жестко было. Потом все так налегке, и в Думе прям в середине было вообще кайф. Благо макаки в конце. Ну, наверное. Тебе спасибо, Корян, что смотрел. Увидимся сейчас в чате у Димаса. Закончим духотой. Ну, возможно, и Ape Escape тоже будет жестко. Ну, во всяком случае, нам проходить, нам играть, нам кайфовать. Там разберемся уже. Пойдем к пчелу, посмотрим, как он там коопится, как веселится. Ладно, увидимся на следующем стриме. Не знаю, опять же, когда. Сейчас пока непонятно, как будет стрим. Понятное дело, будет известно об этом. Вот. Дальше гоночки. Все. Давай, Дрэгон. Всем счастливо, ребят. До скорого стрима.